Йоу, привет, друзья, подписчики мои! Сегодня покажу вам вот такой прикольный набор с Batman Arctic. Очень классный здесь Бэтмен. Сразу давайте не будем. Сейчас я переставлю сразу свет, чтобы было красиво. Вот так. Не будем долго тянуть. Сразу покажу вам. Это Бэтмен. Бэтмен White. Белый и крутой, как снег. Смотрите. Вот такая у него двойная башка. И вот такой у него очень классный серый торсик. Мне очень нравится. Он прям крутой. И этот набор, он стоил по 1000. Блин, мне нравилось, когда можно было купить за там 1000 рублей какую-то крутую фигурку Бэтмена и получить еще прикольного злодея и пушку. А сейчас что? Джуниор с мистером Фризом. Полнейший бред. А здесь почему-то в зимней серии был еще Аквамен. Вот такой был Аквамен 2013 или 2014 год набор. Не помню, по-моему, 13-го все-таки. Вот такой прикольный был Аквамен. Вот такой у него был задний торсик. И это не Джейсон Момоа, это просто какой-то прикольный криповый Аквамен с двухсторонним, одно такое спокойное лицо, одно такое злое лицо. И, конечно же, мистер Фри со своей супер-мега-пупер вообще лучевой пухой. Она такая... Заморожу всех! Очень классный парень. Сейчас покажу. Вот такой у него костюм. Смотрите, у него прям башка какая-то вся. Башка в... Сейчас, секунду. По лампе не могу понять. Башка в пупырках. Огонь. Так, ну и здесь, конечно же, вот такой у него сзади тоже часть костюма крутая. Ну и по машине пройдемся, друзья. Машина Ultimate клевая, прям мега ребут. Респект, уважуха создателям, потому что это огонь. Ах, это... Просто водные сани, это такой глайдер, который... Не водные сани, что я говорю, это по снегу, а не по льду. Когда мистер Фриз своей лучевой пушкой Бэтмена хочет заморозить, такой... Бэтмен одевается в белый костюм и такой... Прыгает в эту тачку и такой... Я тебя не боюсь, мистер Фриз, я тебя не боюсь. Занесло. Смотрите, что тут у вас есть. Во-первых, кабина. Кабина это там, вот вы видите, да, вот там две штучки, это наклейки. Руль, наклейки и... Оп. Вот здесь такие вот лезвия. Очень классные были детали в 2013 году. Прям огонь детали были очень крутые. А вот эти немножко... Немножко я переборщил. Там надо прям совсем... Ну, вообще, они не должны, я думаю, это просто как зафиксировали их. Но можно немножко вот так вот сделать. Во. И будет типа раздвигаться. Но так вообще не должно быть. Вы просто их выламываете, по сути, получается. Вот, поэтому вот так вот надо больше. Здесь... Две вот таких, два диска, смотрите, вот так они работают. Пау! Ой, улетел. Один улетел, извиняюсь, сейчас. Все ради вас, ради контента. Вот такие вот крутые диски. Как будто такие, знаете, бетаранги. С такими вот подложками. Они как бы летают, поэтому... Пау! Очень классные. Спиннеры. Так. Здесь вот такие бомбочки, просто я не знаю для чего, для прикола они их сделали сюда, не знаю, то есть просто вы берете бомбочку, она такая пяу, и отваливается, пяу, и отваливается. Собственно, ну и сзади у него бэт, такое бэт-крыло и турбина. Вот такой был обзор, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки этому видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Чем больше активности, тем будет больше классных, интересных роликов. Пока-пока!